Добрый вечер, ребят. Хотел показать вам свою микроразводню в обычном контейнере пищевом. Вот. Ну, не стал со стеклянным заморачиваться, так как этот моется легко, быстро. Опять же, пластик не лопнет, не треснет. То есть у меня ребенок маленький бегает постоянно. Может задеть, разбить. Вот. А с этим все намного проще. То есть он полностью из пластика. Поставил сюда 1-ваттную диодную лампочку 12 вольт. То есть светит довольно ярко, хорошо. Самодельный фильтр аэрлифтный. Вот. Малькам здесь, в принципе, довольно-таки удобно. Хорошо. Мальки у меня здесь в группе. Вот. Берем самочку, которая уже с большим животиком. Готовится к родам, уже видно, когда раздулся живот. Сажаю ее сюда, в этот контейнер пластиковый, в отсадничек. Опускаю его в этот контейнер. Вот, отверстия как раз таки внизу крупненькие для мальков в гупе. И они прям попадают в этот отсадник, в принципе. Вот. В принципе, даже очень все удачно получилось. То есть думал, что мальки будут внутри собираться. Ну, какая-то часть задержится внутри, но большая часть провалится через эти маленькие отверстия прямо в отсадник. Вот. Вот такой вот микроотсадничек. Покупал в магазине где-то в районе 300 рублей. Проблем с ним никаких нет, он не протекает, то есть моется очень легко. Вот. Ну, у меня где-то уже, наверное, месяца 3-4. Вот. Мальков уже отсюда я пересаживал, то есть в основной аквариум, каких-то подарил. То есть, ну, вот, ну такая микроразводня. Еще есть небольшой креветочник на 20 литров. То есть здесь чисто креветки живут у меня. Вот, тоже неплохо плодятся, их я никуда не перемещаю. Они здесь же живут, здесь же и плодятся. Кушают небольшой акваэльский фильтр микро. В принципе, ну, нормально. Я считаю, некоторые считают, что и фильтра им не нужно, и воздуха не нужно. Но я думаю, что, наверное, все-таки фильтр нужен для обеспечения биобаланса какого-то. То есть, да, чтобы вода не застаивалась, всегда был круговорот какой-то. Думаю, что фильтр необходим. Вот. Поэтому я его все-таки поставил. И водный нагреватель, естественно. Вот. Данный аквариум я уже покупал, то есть как креветочник. На Авито нашел. Один парень продает по 3000 рублей. В принципе, удобная штучка. То есть для кормежки. Ну и для полного обслуживания открывается. То есть целиком уже крышка. Вот, что сказать о штатном фильтре. Фильтр штатный вообще, ну, он просто гудит, жужжит. То есть мне он не понравился, я сразу его из аквариума удалил, так как спать не дает, все это в общей комнате, то есть она же спальня, она же зал, поэтому я все-таки решил поставить акваэлевский, он более бесшумный, то есть такой тихий довольно-таки фильтр. Вот его поставил и как бы сплю спокойно сейчас, в данный момент. Вот. Кому понравилось, как всегда, ставьте лайки, будем еще что-нибудь снимать. Всего доброго.